Всем привет! Хочу сегодня помылить прилипушечки. Насмотрелась видео с утра, проснулась. И, в общем, у меня аппетит появился зверский на прилипушки. Так, прилипушки у меня будут с хозяйственного мыла и детское мыло. В основном детское, ну, там пару туалетных. Потому что детское мыло мы не используем, ребенку купаться неинтересно, но белое, скучное для него. В общем, я его буду использовать с хозиками, ну, наверное, для мытья посуды больше всего. Первая прилипушечка у меня будет вот такая. Это щедрик 72% и два вот таких вот даланчика. Один у нас что с ромашкой и один с хлопком. Детские мылка, детские баланчики. Ой, один уже упал сразу. В общем, вот так вот будет. Второй уже там. Так, дальше. Опять-таки щедрик. Кстати, вот щедро и даланы, у них, у этих даланчиков, у них тоже вот такой вот аромат. Я уже пробовала далан использовать щедро, бомбическое вообще получается аромат, и классный, и вкусный, он немножечко такая с горчинкой основа, ну, вкусная. Так, вот такой вот щедрик и вот таких вот два детских мылка. Это доктор мама, это мыловаренные традиции, первое с депантенолами, второе без отдушек, два детских. Это сюда. Ну, детские пахнут просто кремиком, обычным кремом, ничего особенного. В общем, вот так вот будет. Вот такая вот прилипушечка. Так, третья прилипушечка. Это у меня будет одно мылко осталось со слоном. О, это вообще красота, но он немножечко вот что-то у него там. Пятнышки появились. В общем, вот такая вот упаковочка. Так. И вот таких вот два детских шика. Слобожанский маловар. Вот такие вот малышеньки. Вот так вот. Красивые очень брусочки. Беленькие. Ну, одна основа уже. Ничего нету, одна основа. В общем, вот такая вот будет маленькая, симпатичненькая прилипушечка. И вот такую хочу еще сделать. Что у меня здесь? Еще вот такие. Это щедрик и Марина. Турецкое мыло. Вот это вот щедро вообще обалденное мыло. Оно очень классное. Ой, как оно вкусно пахнет. Обалденная. Это помыленная мылка. Я его мылила в марафоне. Не в марафоне, а показывала хозики украинские. Ну и Марина. Беленькая, обычная. Ну, такой химозный порошковый аромат. Ну, в общем, не детский. Вот такая вот прилипушка. Сарма антибактериальная и весна. Алоэ и овсяное молочко. Сарма беленькая. Ох, ой, обалденный аромат. И весна никак не пахнет, просто мылом. В общем, аромат никакой. Вот такая вот будет обычная беленькая прилипушечка. Это 100% для посуды. И еще одна на сегодня прилипушечка. Это солнышко Невская косметика. И весна олива и миндальное молочко. Солнышко зелененький такой, светленький. Ой, вкусненько пахнет. А весна сейчас пахнет именно миндальным молочком офигенно. Очень классный аромат. Но вода съедает аромат, начинает
при мелении, в общем, аромат улетучивается. Вот такой вот путь. И вот у меня еще есть вот такая вот прилипушечка. Это венец 72% с отбеливающим эффектом. И горячая господарка, тоже украинское мыло. Вот такое вот. Тоже с отбеливающим эффектом. Это у меня лежит для именно для таких отбеливающих целей. Рубашечки там классно очень отбеливает. Это я просто помылю, потому что она уже начинает рассыхаться. Где-то там уже зазоры появляются. В общем, мы ее немножко реанимируем. Так, вроде как все. В общем, поехали. Это щедрик. Ну, тут, конечно, пена сразу. Обалденная мылится, пенится классно. Еще один. Мне гель очень понравился. Я сухим порошком часто, ну, как бы постоянно, да, делала порошок. А это как-то меня именно на гель зашел так классно. В общем, да. Так, это у нас Марина детская. Вот такой химозный аромат. Он чем-то таким пахнет. Свежим каким-то таким. Ну, короче, порошком он пахнет. Это доктор мама. Сразу у нас гелем оно покрывается, сразу размокает. Обычным кремом. Кремовый аромат. Доктором. Это Даланчик тоже моментально. Ой, раз. И гель. Это для меня как раз сейчас вот Щедро и Далан. Это как классика. Классно пахнет. Ну, мне нравится. Так, это у нас Шик детская. Просто мылом пахнет. Это еще один Шик. Венец пачкает все мылки. В общем, с утра телефон брать нельзя. С вечера ложилась спать. Так, это у нас весна. Это что это? Ну, это миндальное молочко. Уже слышно миндаль, но уже потерялся. Пенится, конечно, классно. С вечера ложилась спать. Были какие-то планы с утра. И то сделать, и то сделать. В общем, зависла я на мылении, на прилипушках. И все мои планы ушли. Уже мне ничего не надо делать. Я уже села, достала свои запасы. И начала искать, подбирать мылка, чтобы сделать прилипушки. В общем, с утра с телефоном зависать никак нельзя. А обычно видео такие новые, то не знаю, всегда я их как-то с утра их вижу. С вечера как-то они не добавляются. А вот мне они сразу выскакивают утром. Ну, бывает, конечно, и вечером. Ой, как вкусно пахнет яблочком. И вечером, конечно, зависнет. Так, это слон. Зависнешь с телефоном. До ночи уже и луна, и звезды. А ты все с телефоном и с телефоном.
Так, что мы тут еще не мыли? Не мыли это. Что у нас? Это у нас сарма. Красавица сарма. Сарма, сарма. Ой, как же вкусно пахнет. Чистотой такой, какой-то свежестью. У нас уже практически нету такого мылка. Но если есть, то очень дорогое. Стоит нереально. Ну, если там один брусочек купить. Ну, обычные, да, там. Люди. Нормальные люди. Не меломаны. То один брусочек там купить, ну, 75 гривен. Это очень дорого сейчас. Один брусочек купить можно. Но так как покупаю я по 100. Так, это вот щедрик тот, что 120 грамм маленький. То, конечно же, это дороговато. Ну, я в свое время как-то запаслась. Даланчик. У меня, ну, пока еще есть в запасах. Так, все вроде обмылили. Еще одна весна. Сейчас она, пусть они пока размокают, а мы пока помылим, реанимируем вот эту вот прилипушечку. Она сейчас, конечно, нам все закрасит, все покрасит. Классная. Я достала летние рубашки, белые рубашки, футболки. И, в общем, как-то посмотрела, оно, ну, они не белые, они уже немножечко так, ну, во-первых, полежали они, да, в шкафу. В принципе, когда в шкаф клала, они же стирались, стиранные, они грязные. Но все равно как-то уже потеряли цвет. Я взяла вот эти вот два брусочка, слепила. Ну, пока лепила, да, делала прилипушечку, у меня получился гель. Гель вот такой вот голубой получился. Ну, еще там немножко помылила. В общем, сделала густой гель. Замочила туда рубашки свои, футболки. Ну, вода такая хорошая, горячая. Ну, я говорю, ну как, чтобы было комфортно рукам. Не кипяток, конечно, и не холодная, не теплая такая. Хорошо, хорошо теплая или горяченькая такая водичка. И замочила, ну, я не знаю, часа два, наверное, ну, стояла. Уже гель этот густой стал с этими рубашками. Потом сразу же, не ополаскивая, сразу бросила в машинку и простирала на 60 градусов. Ну, если, конечно, нету там на футболках никаких там бусинок, бисера, пайеток, там, я знаю, еще каких-нибудь там штучек. Оно так классно отбелило, вообще обалденно. И как бы стирала тоже же порошком, смыла. Не обычным порошком, а вот порошком именно смыла. Ну, туда я все, у меня есть именно отбеливающий порошок. Я туда измельчала все мылко отбеливающее. Вообще такие классные стали, аж белоснежные, беленькие, такие хорошие. И вот это у меня теперь прилипушечка такая, она... Вот такое шершавенькая мылка. На такие дела. В общем, не на каждый день. Чисто для белого. И вот я посмотрела, она уже начала немножко как рассыхаться. Думаю, нужно ее немножко искупать, реанимировать. Пусть полежит. Так, ну, уже хорошенько и размокла. Сейчас будем лепить. Так, это у нас весна. Не знаю, правда, какая. Ну, да, без разницы. И сейчас сюда солнышко, яблочко прилепим. А, немножечко яблочко наше выходит. Больше. Вот так вот. О, красавица.
Ездим, да? Ножка ездит. Ох, по аромату вообще. Пока, конечно, здесь яблочко. Слышно одно. Весной не слышно совсем. Вот. Ох, какая классная пена. Ездим, да? Ездим. Так, все, пусть отдыхает. Одна есть. Так, это у нас... А что это у меня? Это у меня сарма. И мне еще нужно найти весну. Еще одну весну. Сейчас найдем. Где же моя весна? Вот была. Угу. Вот весна. Опа. Ох, какая классная она вообще. Ну, здесь тоже пока сарма поет главную песню, играет главную скрипку. Весна так для пены. Да, ну и сарма, в принципе, мыло довольно-таки пенное. О, класс, какая же. Офигенная пенка. Девчонки, а скажите, как бы прилипушечки можно делать впрок? Ничего с ними не будет? Вот как, например, моя вот эта вот отбеливающая начала уже трещинки появляться, как рассыхается. Или их надо как-то периодически подмыливать? Потому что я прилипушник еще... Ну, начинающий еще. Ох, смотрите, какая классная пена. Вообще обалдеть можно. Ой, класс. Чувствую, я буду мылить. До мытья посуды они... аромат вообще обалденный. Какая пена классная. Просто супер. Так, это у меня доктор мама. Это у меня щедрик. И еще один доктор маму надо найти. Это у меня Марина. А где же еще одна доктор мама? Это Далан. Это Марина. А мама где затерялась? Перепушечка. Угу, вот. Ну да, тут, конечно, мамы довольно-таки большие. Сейчас я свой щедрик этим мылком забью. Так. Такая. Опа. Опа. Все эти трещинки. Угу. Немножечко ездит, катается. Так вот, все. Тоже пенится очень классно. Пена прям такая. Ну, это щедрики дают такую пену. Прям такую классную. Я смотрела тоже девчонок, вот они мыло там хозяйственное беру в душ, иду купаться. Думаю, блин, ну как же можно, ну зачем же купаться хозяйственным мылом, если есть там туалетное, и, ну в обзорах же смотрю, у них и туалетные мылки классные такие. Думаю, зачем же они купаются хозяйственным? Не поверите, сделала, брала в майскую мыльничку в кухню для мытья посуды, делала прилипушку. Ух ты, какая пена вообще.
как сливки. Делала прилипушку чисто и 2 декса. В слюде они были в прозрачной упаковке. Я не знаю, с чем это, но вроде как бы вычитала там, посмотрела, что это мыло для стирки, тоже какое-то антибактериальное. Но там такой обалденный был аромат. В общем, я его пару раз брала с собой даже в душ, купалась, потому что классный. Ну, просто крем кремом. Да. Ладно, ездит, катайся, пока помеши. Отдохни. Так, что у нас дальше? Марина, и мне надо найти... Это что у меня? Это Декс. Это не тот щедрик. Так, здесь у нас Даланчик. Раз. Угу. Этот прилип. Хорошо. И Даланчик второй нужно найти. Сейчас найду. Вот ты где потерялся. Второй Даланчик. Щедрики с Даланчиком классные, мне нравятся. Пока, конечно, неудобно, когда эти углы смылятся у щедрика. Он очень вкусный аромат. Этот. Я всегда как-то мыла посуду, старалась брать такие ароматные мылки. Там то индейское брала, то у меня там есть, по-моему, желтое тоже индийское. Оно такое классное, вкусное, лимончиком пахнет. Потом брала с золой. Это мне что-то вот... Ну, брала, конечно, и хозики брала, но без прилипушек. Просто так скучненькие были. А сейчас я вот как-то на прилипушке подсела. Вот такое дело. Затягивает. И вот девочки просто, да, мылят, есть. Ну, на видео, да, мылят, снимают, а потом вот просто мылят, сидят дома. В общем, я тоже иногда бывает залипаю. Но я просто так не мылю прилипушечку. Вот, например, мою посуду. Посуду уже помыла. Раковину помыла, тряпочку постирала, уже все сделала и зависла с прилипушкой. Мылю. Все уже сделала, а отойти и не могу бросить ее, оставить. Классно. Очень вкусно пахнет щедрик, и основа Даланчика такая молочная с горчинкой. Очень вкусная. Но все равно у детского мыла вот основа, она более нежнее, такая немножко нейтральная. А вот я делала Далан кокосовый, там можно взять, вот там вот основа тоже классная. Так, Марина и Щедрик. Этот будет вкусный, и Щедрик вкусный, и Марина такая порошковая, порошковый. Прям какой... Гель. Угу. Ой, вкусный аромат, очень вкусный, классный. Маленькая. Ну, что такая прикольненькая. Вкусненькая будет. Так, что у нас осталось? У нас осталось еще... Прилипушки. Ага. Слон и Шик. Это махонькая будет. Такая прилипушечка. Где еще один Шик? И вот еще один Шик. Тут, конечно, слон с этим... Наверное, расклеится.
Ну, ничего, пусть посмотрим потом, если что. Слон — это моя любовная любовь. Все, последний брусочек. Больше нету. Была экономочка. Были отдельно брусочки. Уже все использовала. Уже пока у нас его нету. Ну, он бы лежал у меня еще. Я бы его, конечно, оставила в запасах на память. Но начал портиться немножко. Пятнышки появились. В общем, все. Все прилипушечки есть. Теперь будем просто обмыливать. Угу, уже схватилась. Хорошо. Неудобно пока. Эти углы еще плохо мылятся. Очень вкусно пахнет. Ну, пока, конечно, доминирует щедрик. Его аромат. Даланчик еще не раскрылся. Может, он размылится. Ну, детский он немножко понежнее. Не хочет использовать. Ой, не хочет ребенок пользоваться детским мылом. Конечно, Орифлейм ему куда интересней. Он цветной, он ароматный. Он всякие разные формы имеет. А это что, белое? Да белое, и все почти кремовое. Ему скучно. Пару раз мы взяли Орифлейм, и он теперь просит его постоянно. Ну, пожалуйста, мыло есть. Пусть ребенок пользуется. А этим. А детского тоже же много набрала. Насобирала. Наколлекционировала. Ну, в общем, детский будет идти у меня тогда прилипушки. Для посуды. Так, для посуды, допустим, детская, оно все-таки, ну, не годится. Я пробовала мыть посуду просто детским мылом. Мне как-то оно плохо отмывает. Не знаю. Не особо меня оно зацепило. А вот с хозиком, думаю, что будет классно. Так. Эту мы обмылили. Это есть. Так, это у нас Далан и Щедрик. Убираем. А где моя та, что реанимашка? Она тут вообще уже, наверное, расклеилась. Сейчас я эту реанимашечку уберу. Какая красит водичку. Я первый раз, когда эта мылка купила, я решила постирать ребенку майку белую. Я как намылила ее, мама моя родная, она вся синяя. Начинаю стирать руками. Оно как-то так плохо, вроде как бы я отстирнула. Ну, ничего, тогда простирнула пару раз, ну, с мылом. Мыло это выстирала, хорошо выбелила майку, мы там... Наверное, ребенку моему мылка же тоже давно на рынке. Маленький он был. И, в общем, я эта мылка как-то использую только вот так, для белого. Не хочу его использовать. Берегу, скажем так, бережливая. Потому что тоже, ну,
оно хоть и украинское, но иногда бывает, пропадает мылка. Тут вроде как бы есть в продаже, и полно его, и везде оно лежит, а тут раз, хоп, и там 2-3 месяца нету его. И потом начинаешь уже, нашел и гребешь впрок. Потом нагребся, хоп, оно опять появилось. Ну, в общем, как-то так. Так, реанимашечка моя сюда. Что это у меня? Так, это у меня Марина и Щедрик. Тот, что 120 грамм беленький. Ой, Марина пахнет вкусно очень. Ну, как вкусно? По-хозяйски. Порошочком. Ой, девочки, вы не читали у меня комментарий? Ну, когда я то его уже удалила. Ну, может, пока я его не успела удалить, кто-то прочитал. Мыльница на май. Написала мне он, она, оно, в общем, не знаю. Там же имени нету в названии канала, там какие-то клички. Короче, написала такое, и зачем это надо, и намыльте себе одно место, чтобы больше лайков собрать. И, ну, короче, в общем, я когда прочитала, ну, честно, немножко даже расстроилась. Как-то, да, неприятно. Я, конечно же, заблокировала сразу этого пользователя. Да, неприятно, некрасиво. А потом думаю, блин. Ну, я тоже не понимаю. Ну, не твой контент. Ну, что ты заходишь сюда? Что ты смотришь? Я не знаю. Мне тоже много чего в Ютубе не нравится. Ну, зашла, посмотрела, не мое, не понравилось, все, вышла. Не рекомендовать видео с этого канала. Все, до свидания. У каждого свои интересы, у каждого свое хобби. Кто что хочет, тот и смотрит. Высказывать свое мнение, ну, зачем? Мне оно не нужно, ваше мнение. У меня есть люди, которые меня смотрят, которые мне там оставляют комментарии, с которыми я могу пообщаться, да, там, попереписываться, там, задать какие-то вопросы, получить от них ответы от более как бы опытных девочек. Зачем вот эту извергать свою желчь? Не понимаю. Ну, есть такая категория людей просто. Вот им хочется, да, с кем-то зацепиться. В очередях, наверное, может быть, надоело уже стоять. В очередях же можно и по морде иногда получить. Есть же такие люди, которые не будут не только со словесной перепалкой, еще и по носу надают. А в интернете можно, да, кому-то в душу плюнуть своей желчью. И хочется, наверное, им пообщаться, чтобы с ними кто-то что-то ответил, а тот ему, а тот ему. Ну, короче. Хотя читаю комментарии вот у вас, да, захожу к мыломанам. Таких вроде и нету ни у кого. Это только мне пишут или вы вовремя удаляете. Потому что это просто ужас. Так, я его сейчас полностью смылю. Ох, какой он классный. Ой, вкусно очень пахнет. Так, это у меня Марина и Щедрик. Ой, что-то здесь у меня совсем размокшие. Ага, это у меня Щедра и Доктор Мама. Тут прям весь, все в геле. Все прям в таком пластилине. Угу, это прям такая прилипушка. Хорошая. Здесь пена классная. Здесь и мыловаренные традиции дают такую пенку. Кремовую и Щедрик.
Или пишут, зачем вам 30 брусков мыла на месяц? О, боже мой, да ну тоже уже устала объяснять, что у меня в доме практически нету бытовой химии. У меня единственное, что из бытовой химии, это средство для унитаза. Тут я еще, конечно, ну, слабовато в этом деле. Мыло не справляется. А везде мыло. Для посуды мыло, для стирки мыло. Для чистящего, чистящий порошок делают для ванной, там, для раковин, для всего. Мыло. Ну, везде, куда полы мою, мыло. Но если я люблю его, если у меня его вагон и маленькая тележка, его же нужно использовать. Нужно. Вот сейчас вот начинаю уже потихоньку, я отсняла коллекцию итальянского мыла. Начну уже потихоньку как бы ее уже дергать, использовать. У меня как? Я, ну, примерно где-то года два. Я собираю, там, покупаю, собираю коллекцию, там, ну, туда не ногой. Потом где-то, ну, не два, но полтора, ну, да, плюс-минус пусть будет так, 2-1.5 года. Потом я начинаю пользоваться этим мылком. Ну, беру использование, то, что раньше собрала, новое там последнее откладываю, то, что долго лежит, беру в использование. Потому что, да, итальянское, оно хранится хорошо. Оно хорошо себя ведет, оно хорошо хранится, но все равно мыло, масла стареют, там же там много эфирные масла, они стареют, оно теряет аромат. Вот я сейчас коллекцию снимала, я помню, когда я его покупала, как оно пахло. И смотрела его сейчас. Все, ароматы уже деформируются. Уже не так совсем оно пахнет, как пахло раньше. Тем более итальянское, там же отдушки, ух, какие. Немножко выступает, ну ничего. Так, это у нас доктор Мама и Щедрик. Ну, пахнет доктор Мама. Сейчас основной аромат идет как кремовый такой. Пахнет кремиком. Так, что дальше у нас? Ага, это мои любимчики пошли. Это у нас весна и Сарма антибактериальная. Ой. Какой аромат вкусный. Сарма, это вообще тоже накупила в свое время. Взяла и сармы, и антибактериального, и против пятен. Отбеливающие, не помню. Там, наверное, есть и отбеливающие. Классное это мыло. Нравится оно мне. Вот такой же гельчик густой. Он такой хороший. Ну, бывает, еще с гелем не угадываю. Вот если порошок, я, в принципе, уже ориентируюсь, сколько взять, ну, сколько насыпать в машинку, то с гелем иногда бывает, не угадываю. Пена раз когда-то налила, так пену собирала. Да, ну с порошком тоже иногда бывает. Смотря как, какое мыло туда. Этот порошок положишь. Если много туалетного, да еще такого, что дает обильную пену, то это, конечно, тоже. Ой, вкусная сарма весна, но здесь больше сарма. Весны не слышно. Здесь, наверное, с овсяным молочком. Не помню, как или к солнышку, или к сарме. Какое пошло, они одинаковые. Только солнышко
отличается цветом. Это все мелки одинаковые. Ну, немножко по размеру, конечно. Вот это бомбезная вообще прилипушка. Это для посуды. Четко для посуды будет. Ой, вкусная очень. Так, ага, это у нас слон и два шика детских. Вот такая удобненькая, маленькая. Угу, это классно. Это, я думаю, смылится быстро. Слон полуглицериночка. Смыливается довольно-таки быстро. И детские малышики. Ой, очень вкусно пахнет. Кстати, слон немножко прогорклостью пахнет. Старым маслом. Даже не прогорклостью, а вот как старое, аромат старого масла. Вовремя я его взяла, пока оно совсем не каюкнуло. Хорошо, я его помыли. Да, вовремя. Ну, по-моему, у меня такое ощущение, что оно, когда начало смыливаться, оно там, наверное, то ли в середине прогорклость, а сверху было нормальное. Что-то оно, чем больше смыливается, тем больше я вижу, оно темнеет. Да, есть аромат старого масла. Не жира, а вот именно старого масла. Ну, такой, не противный. В принципе, как бы нормальный. Шик его перебивает чуть-чуть, детская. Ой, очень удобная прилипушечка, классная. Классная. Я ее оставлю еще, помылю потом. Так, это, ох, это у меня солнышко и весна. Ой, здесь прям классный такой. А, обалденный гель. Вкусные мылки. Да, здесь у меня получилось, я слышу пока миндаль, пока он еще пахнет. Здесь у меня весна, миндаль и солнышко, яблочко. Очень вкусный. Ну, миндаль пока еще пахнет, но это будет недолго, я знаю. Он пропадет, он пахнуть не будет. Аромат пропадает, когда с водой. Ну, пока пахнет вкусно. Угу. Так, где мой слоник? Еще немножко его обмылю. Да, он темнеет. Он был светлый. Он, видать, в середине. Весь прогорклый. А я смотрю, нормальный, нормальный. Все его откладываю. Он, видать, там уже, в середине, не сверху. Как иногда, как бывает чаще всего. А вон там. Вот где открылась истинная его прогорклость. Ничего, смыли. Так, ну что, все. Вот такие вот у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть прилипушечек. Это мне хватит
Ну, не знаю, как хватит, потому что я собираюсь мылить еще. Помылить их, взять попозже. Скажем так, снять стресс, отдохнуть. В общем, вот так вот как-то. Спасибо, ребята, девчонки, что смотрите. Что комментируете, что заходите в гости, не проходите мимо. Всего хорошего. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.